Леонид Израилевич Ящиковского, профессор Академии Маймонида, заведующий духовым отделением Центральной музыкальной школы при консерватории Петра Ильича Чайковского, заслуженный артист России, знаменитый Евгений Петров. И все мы нам уже полюбившиеся Алина Марченко. И один из самых потрясающих композиторов нашего времени, потрясающих композиторов, вы сейчас услышите его, может быть, впервые в этом городе. Это Белла Лакович, и называется это «Шалом Алейхим», что означает «Мир вам, мир вам, друзья мои». Евгений Петров.